Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня расскажу о том, чистят ли в Ульяновске кровли домов от снега и наледи. Последние дни в регионе отмечены оттепелью, в связи с которой снег стал стремительно таять. На крышах домов образовалась наледь, а на тротуарах – гололед. Жители города стали все чаще жаловаться в соцсетях, что даже по центру города сложно пройти, не поскользнувшись. Один из местных телеграм-каналов выложил видео, как с крыши одного из домов по улице Гагарина сошла буквально лавина снега. В другом видео жители сами сняли, как женщина с детской коляской с трудом пробирается по самому центру города. Увы, все это не фейки. Быстро тающий снег заставил коммунальщиков города работать в усиленном режиме. Губернатор Ульяновской области остался недоволен тем, как в городе убирают улицы. Да что там говорить, все мы ходим по этим же тротуарам и видим, что город не в идеальном состоянии. Однако говорить о том, что ничего не делается для благоустройства, тоже неправильно. Давайте посмотрим, что говорит о своей работе по борьбе с наледью, гололедом и снегом городская администрация. По информации пресс-службы администрации города, для очистки кровли от снега и наледи управляющие компании города привлекают 10 автовышек и более 70 альпинистов. Об этом рассказал Борис Чернов, заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства города Ульяновска. Уборка территории производится как ежедневно, как ручным и механизированным способом. В первую очередь производится посыпка песко-соляной смесью и тротуаров, и подход к подъездным дорогам. Также на обслуживании управляющей компании организации находится 111 единиц техники. В управляющей компании находится 957 рабочих, которые производят непосредственно уборку и очистку территории. Управляющая компания на постоянной основе привлекается 10 единиц автовышки более 70 человек. А работа производит управляющая компания в соответствии с графиком утвержденным, но они могут корректироваться в связи с погодными условиями. 25 января было очищено по городу 158 кровель. Также хочу отметить, что специалистами управления ЖКХ и благоустройства проводят ежедневный мониторинг, объезд на предмет очистки кровель. И информации по очистке кровель, в том числе информации по очистке дворовых территорий. И представляем мы агентство жилищно-строительного надзора с тем, чтобы могли привлечь к административной ответственности тех лиц, которые не исполняют свои непосредственно обязанности. О работе по уборке снега в Ленинском районе проинформировала Любовь Александрова, начальник участка по Ленинскому району МБУ «Доремстрой». По Ленинскому району идет вывозка снега на переулке Карамзина. Очищаем обелиск. Подготовка у нас будет к мероприятию, возложение будет. Также потом будем вывозить. На посыпке тротуаров работает одна единица техники. Всего в Ленинском районе работают 24 единицы. На подметание 3-4 категории также работают машины. Вопрос очистки кровель от снега находится на контроле администрации города. Кстати, с начала 2021 года управляющим компаниям Ульяновской области вынесено 30 предостережений за некачественное содержание придомовых территорий. В регионе возобновились рейдовые мероприятия в отношении управляющих организаций. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично держит данный вопрос на контроле. В прошлом году мы каждое утро начинали с осмотров одного из микрорайонов областного центра. Благодаря этому удалось предотвратить огромное количество инцидентов. В ближайшие дни мы возобновим такую практику. Вновь будем общаться на местах с населением. Осмотрим, как содержатся остановочные павильоны, тротуары, парковочные места. Обсудим, как привлекать к ответственности управляющие компании и иные организации, которые не содержат прилегающую территорию в нормативном состоянии, не соблюдают требования федерального и регионального законодательства. Без внимания не останутся и муниципальные образования. Мы не собираемся закрывать глаза на такие вопросы, отметил губернатор на штабе по развитию региона. Также на контроле остается вопрос очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи.
По информации министра энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области Александра Черепана, в настоящее время очищено 1842 крыши, что составляет более 78%. Для выполнения работ привлечено 45 единиц специализированной техники и 115 бригад, в составе которых 230 рабочих. Напомню, жители Ульяновской области могут оставить обращение по ненадлежащей уборке территории и неудовлетворительному содержанию кровель по номерам 112 и 122. Итак, правда в том, что в области ситуация с расчисткой от снега и наледи далека от идеальной. В этом плане есть над чем работать. Но и говорить о том, что вообще ничего не делается и власти забыли про свой регион, нет никаких оснований. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.